Меня зовут Козлов Дмитрий Александрович, мне 36 лет. Я являюсь основателем, организатором благотворительного движения «Без границ», город Владимир. Основались мы в 2014 году, в сентябре. В 2012 году ко мне обратилась моя мама, Козлова Людмила Алексеевна, она является учительницей 15-й школы, и попросила поухаживать, потому что нуждалась в уходе Валентины Ефимовны Личутиной, ветерана Великой Отечественной войны. До основания «Без границ» на моем, можно сказать, попечении находилось порядка более 20 бабушек, дедушек, там и многодетная семья одна входила. Это не говорит о том, что я ежедневно находился у них, это говорит о том, что у меня ежедневно красным был телефон. Какие у нас сегодня планы? Планы, значит, такие. Мы сегодня сделаем дверку. Вот туда надо лампочку вкрутить. Кто-то говорил про ковер. И ковер. Мы как раз с собой дрель взяли, знаете. Мы благотворительное движение «Без границ». Работает по всем направлениям с электрикой, с электричеством. По всем направлениям с сантехникой. По всем направлениям, с монтажом, демонтажом, потолков, ремонта квартир. То есть, подчеркиваю, это именно тем, кто нуждается. Это не говорит о том, что мы купим обязательно весь материал, приедем и сделаем. А у нас были такие случаи, что и отказать-то как бы вроде нельзя, а потом, когда приходили на место, уже убеждались, что человек с подлостью небольшой просто. Основной контингент, конечно же, это 50, 60, 70 лет. Это бабушки в основном. Достаточно часто в этом возрасте мы за последние полтора года часто встречаем учителей. Забытых учителей. Так нельзя. Самая главная задача сотрудника «Без границ» звучит название нашей организации. Безграничная помощь людям. Волонтеры – тот, кто помогает обязательно, всю жизнь учится. И если уж брать молодое поколение, кто, если не мы, покажет, расскажет и научит.